вот она запись, а то забыл. Хотя Давай. все равно мы хвалиться же не будем, да. Ну да. Ну так покатаю чуть-чуть просто. Это, хотя бы одну гонку пройти, какой-нибудь овал. Вообще надо так-то. Вон там Димон гоняет в iRacing. А чем катать? Не знаю, я просто в стиме видел, что он зашел в iRacing. Сейчас я буду, в общем, каждый день контролить по курсу на компьютере, когда цена курса, даже следу. Ну, особенно вот мониторить курс. Мониторить курс в выходные дни, прям вообще сделать четко. Ну, ты же знаешь, что в выходные дни бежит за хит. Я имею в виду на этой неделе. Мне он уже подыхает, не успегает точно. Уже форум стал сейчас. Ну так ты в итоге 300 будешь брать, да? Да. Ну, блин, тоже без шума такой. Я посмотрел обзоры. 300-й, он очень тихий. У него же не шестерёночный привод, а ребят плей. Это вот это вот. Блин, слушай, аутлапы покатаем. Весело. Мне же тоже дико нравится Сузука. Раз. Ух, просто. Я там ни разу еще не катал. И вообще нигде? Не, вообще нигде. Даже в Форзе не катал. Нет, так, осталось подобрать, когда тормозит в Т1. Видимо, сразу после тени, да? Ну, Т1 вообще... Не знаю, где тормозит. Просто на ощущение тормозит. Более-менее, по всей трассе я запомнил конусы, но Т1 это... Нет, там... Просто пойдем. Эти засранцы убрали конусы перед задней прямой. Вот поворот, выход на заднюю прямую убрал. Понимаешь, о чем я говорю, да? Да. Вот, там раньше были конусы, и слева, и справа, по ним очень удобно было ориентироваться. Возьмешь на слоудаун или нет, их убрали, зараза. Эти диски, блин. Я пролетел, но мне почему-то казалось, что это очень быстро. Какой же кайф пилотировать эту машину, господи. У меня это самая царская оптималка, ну точнее сатанинская, 206-606. 202? 06. Ого. Чё, ебанулся 202? С кого ты меня держишь вообще? Супер мегали. Там пипец. Keep digging, man. Haul ass, man. Come on. Блин, он затормозил правильно, но рано отпустил тормоз, в итоге не попал в поворот. Вывалился из него после Apex'а. Блин,
тебя ушили. Так, для записи протокола говорю, что специально сделал трек, чтобы больного времени не было, чтобы следовать из ада. То есть, если вот я взял в трек и покажу время, тебе то... не зачитается ада буквально. То есть, не обязательно останавливаться. Пиздец, 2.04, они вообще в 2.04. Уже 0.04 ехал? Да. Я когда вчера перед сном заходил и проехал 0.9, правда, я сделал это двумя кругами, и увидел, что люди идут 0.6, я уже тогда думал, ну, блин, еще цифры, что ли. Сейчас у меня потанцевал 0.6, задаю 0.4, еще что за люди, а? А ты знаешь эти имена? Надо посмотреть. Есина знаю, это, ну, типа... Во-первых, он на Твиче часто светится на стримах, ну и он быстро. Фастбендер, знаю, но не знал, что он быстрый. А тут внезапно оказалось. Массимо Эра быстрый парень. Он на ГТ-3 шарился там какой-то ролик назад. Кажется, на ГТ-1 тоже. Так, смотрим еще. Ну вот из десятки вот только их не знаю. Ох, капец. Я был бы шестой. Пипец, 2.04, ё-моё. Мы опять по одной линии. Да, это же великолепно. И опять по инсайду. Ох, я совсем с последнего ряда стартую, круто. Так, топляк, не забудь. Да я его и не сливал. Че, лошадь? За кого ты меня держишь? Ты что-то в общей войсе сказал. Но у меня была подгрузка, я не услышал. Ничего не говорил. Ты нажимал кнопку voice. Сейчас, минутку. Еще этот Ясин пишет, типа он секунду потерял где-то. Вот он пидрило. Не, ну это явно троллинг. Секунду тут, ну, блин, я не знаю, мне кажется, физически невозможно уже снять. Ясен, ясен, красен. Так, что? Надо будет посмотреть, кстати, как OBS Studio справляется. А фары тут моргают? Нахер. Вообще машины эндуранцев, по идее, должны. Моргают? У меня не забинжены. Ну вот нажал, ну
у меня, по-моему, не забинжены. Вот, нет, нажимаю, нет? Нет, нет. А вот это? Нет? Ой, блядь. Я понял. Нет, нету. А вот это? Дальше нет, не работает. Ну ладно. Ой, блядь, я заднюю включил. Green flag. Саша, Саша, живи. Я не слышу сейчас. Да, я видел. Пошла бомба, 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 блядь. Left side. Still there. Ох, сейчас будет. Ох, пиздец. Ох, пиздец. Ох, пиздец. Ох, running, 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 running. Right now with the brakes. Clear him. Drive through it. Car on the track on the left. Bam, еще. Left side. Oh yeah, morons definitely joined us. Keep going, keep going. Got creamed in the back end. Whoa, Mr. Boy, I got hooked. I got hooked in the first turn. Nothing I could do. I mean, my spotter said I had cars to the right of me, so I was all the way over to the left of the grass and still got passed. He's going in front of you. He's moving, he's moving. Keep going. Thanks for that. Left side. Sad thing is, clear probably him. A painted pick. Go. This will be like left side. Clear, clear. Left side. Go, go, go. The races won't be that different. Still there. You can go on damage. Go. Still there. Still left side. Что ты блочишься? Мы с пацаном уже сколько поворотов твой. Still there. В этих машинах все интересно. Clear, clear, clear. Да, это такой кайф. Man, you guys are something special. Let's see who it was now. It was a dumbass from 33. Went, took three wide, went out in the dirt, tried to pass somebody and lost it. Left side. What's on the books? Still there, still there. Clear. Он еще изменился. Это что там за туловище белое? What's your IMSA license number, pro? That's totally irrelevant right now. I don't give a shit what it is. What you just did was stupid. Dude, I was on the outside. What did you want me to do? Care where you were. Yeah, you were on the outside. You went out in the so fucking dirt. Stay, huh? And then you come across, swiped across the whole track, and took cars out. I don't give a damn if you got 10,000 ratings or you got a black license or what. I don't care. That's irrelevant. I wasn't in the dirt. You wasn't in the dirt. I'm sitting here watching the replay. You in a blue and yellow car. And you went right through the dirt with your right side tires. Он тебя не коснулся? Нет. Да, у него явно проблемы какие-то. Ощутимое видно, что машина пожёванная. В поворотах его прилично сливает. Даже мне. У него, наверное, максималки нету, да? Да нет, я его напрямую особо не догонял. Но я выход напрямую очень прошёл. Left side. Still there at your door. Still there. Clear, clear, clear. Блин, последний поворот мне так нравится. Блин. Такой кайф, когда жопу начинает вести, а ты газуешь и корректируешь. Mm-hmm. Просто ух. Ух, просто ух. I see you working that track, looking good. Ты один на четвертый приходишь? Да,
я искренне надеюсь, что эти машины все, блядь, не добавят в 12-часовой. Потому что или иначе я катну Давида и не поеду на прототипе, а поеду на этот красавцу. А мне не очень хочется Давида прокатывать. Вот такие дела. Да, тоже правильно. Догоняем этих хренов? Да, я так. Мне так нравится вот это торможение. Типа, надо руль держать не прямо, а даже чуть-чуть влево. Mm-hmm. А поворот вправо закручивается. Как это страшно. Slow down. Имя не запомнил, вот тот на белой пожеванной машине, это Патрик был или кто-то другой? Запомнил. Ладно, ладно. Ну посмотрим. Да мне-то сейчас, я просто хочу понять, от того я отъезжаю или нет. Ну ладно, не важно. И вообще, отъезжаю ли? Пожалуй, это был скинер. Но у меня, видимо, не тайный пейнт. Я его сегодня выключал, чтобы фреймворк поставить и вернул обратно. Начинает ехать, а ты, короче, не сдаешься и продолжаешь газовать. И вот я не вытащил. Поэтому я провалился на 12-й место сейчас. Сейчас будем отыгрывать, я быстрее этого ехал.
он вообще не хуйня блокируется. Если бы ты еще не лагал, брат, ну, сейчас заебись. Left side. Still there. Так, плохо иди. Still there. Clear. Left side. Clear. Right side. You're clear. Что-то он зачем-то закрылся в ТАВАЗ, я ему просто по лицу проехал. Alright, my man, go get that next one. Какие-то дымы в Т1. Эх, попал. У тебя сколько инков? Я 9 сейчас взял. 3. Я потихоньку вкатываюсь. Ну я тоже потихоньку вкатываюсь, но для меня это какая вторая гонка, только полная считай. Нет, полная первая. Да, для меня тоже первая полная гонка. Ну старт у тебя, наверное, побольше было, да? Ты же сегодня уже катал. Да, у меня стартов 5. Был даже старт с первого ряда. Да, да. Car off to the right. Моя сейфовая езда дает плоды, это восьмое место выпился. А я до топ 5 постараюсь сейчас побороться. Thank you.
блин, догнать их-то побыстрее? Да. Было 5 секунд, сейчас уже 3. За круг ты снял 2 секунды? Нет, за 2 или 3 круга. Нормально. Парень убился, Андрей. Может, ага. Может, его тоже догонишь? Нет, он убился или заспинился? Не, заспинился. Но я вообще по FT не вижу продвижения. Каким он был? Пятым. А, он вышел. Значит, он вышел. Он скейп нажал. Но я говорю, что я не вижу никаких продвижений. Мне секунды осталось, да. До шестого. Рулирую. Я уже кураж больше, чем пытаюсь ехать быстро. Ну как же это кайф, господи. Я сейчас из тайвера выходил, рули влево на 180 градусов. Как же это круто, черт. Вот это машина. Просто божественная. Да, да. Меня даже чувак нагоняет. Начинаю потихонечку понимать эту машину. Только та сейчас рассказывается на моем темпе, я здесь не догоняю. Надо, наверное, чуть успокоиться. Да, я вижу. Oh, that was unfortunate. Все, он тоже эскейпнулся. Блин, я думаю, хорошего окуна со 105. Что-то я заблочился. Последнего, предпоследнего ряда приехали в топ-5. Ну, я с последнего ряда стартовал. Я предпоследнего стартовал. Я еду с него на шестых. Ебать, блядь.
У меня 14. Я тебе заспинился. Здорово. Но нет, успеешь выехать, наверное. Very slow on the left. Ты чё, все никак? Ты ждёшь теперь, что ли? Нет, ты чё? А чё ты так долго? Потому что я убрался, жопу вперёд, по ней ещё раз развернул, а потом... Эй, ты какая? Да, Денис Луканов, когда говорил, что резина не уходит. Да. Темп такой сильный потерял, я потерял уже. Это тоже ошибка? Да, пиздец. Хе-хе, я приди сюда, блядь. Хе-хе, ёпта. Ой-ой-ой, прилёт, прилёт. Может, ты, блядь, дай чуть-чуть прилёт. Да-да-да, это прямо смотрелось на грани. Вот в Тайдин нормально речь не нравится. И резину я прилично буду гроху, вообще не попадаю никуда. Ух! Эх, кипериво. Да ты какой-то слоу. Start taking a look at that pit entrance. We're going to be pinning here in about two or three laps, but left side, core, clear. Но против Дэйв Бойнера только так. На самом деле я пролетел, прости. Там, с ними я не рассчитал, что еще надо раньше тормозить. Хорошо, что ты среагировал. Да. Это было хорошо. Но ты, наверное, больше на моей пике, бля-бля-бля. Да. Я рановато загрёб. Потому что... Воу-воу-воу! Такую полегче! Я постоянно забываю, что резинка у меня не новая. И торможу как на новой. Пока, Саша, да? Пока, конечно. Блядь, ты чё делаешь? Attaboy, go get him, man. Не даю тебе слипстэк, блядь. Left side. Clear, clear, clear. Нет, не получилось. Бля-бля-бля-бля-бля. Что-то увлеклись, Джейсон опять подъезжает потихонечку. Да. Мы его сейчас отпустим. Без автотрека. Thank you.
блядь. Слип трию. Сейчас, конечно, дай бомба пойдет, да? Нет, ты чё, 0.5. Ну, нормально. У меня резины не останется. По-моему, у нас её уже... Сукрал светло. Чё-то я как-то слишком тоже перестраховался, по-моему. А, чё-то Джейсон опять подотстал. О, четвёртый скатар. Посмотрим, да. Отлично. Кажется, мы... Кажется, вот это правило. Да. Небольшое. Чуть позже тормозишь. Чуть-чуть меня не поставило. Ты вот здесь до второй скидываешься? Да. Ага, спасибо. Это было кирпично, прости. Ты явно тормозил. Что-то я подпрыгнул, не рассчитал. О, хороший наконец. Да, я прям заметил. А у меня наоборот занос был. С микроподруливанием. Да ты ебанулся. Пошел вон. У тебя резины нет, чтобы так бомбить. Хотя нет, походу, ты что-то знал. Почти. Very nice job, man. Take care of your stuff. Бомжи какие-то. Кажется, они внизу интригу в борьбу, да? Тихо, братан. Решали. Неужели бомба? Неужели она самая? Да. Ебать, что ж ты такой медленный, друг? Left side. Thank you. Go there. Clear. Alex, Dave, Pointer. Go ahead, bring it around and pit. We're gonna pit this time. Left side. Clear. Я ж на вторую скинулся. Я тоже. Right side. Still there, door. Still there, quarter. Still there. Сейчас бы не убиться. Да? Clear.
О! О, белый флаг! О, это интересно. Это все меняет. Да. Сейчас, конечно, дай попу в каждом первом повороте. И в первом, и в втором, и в третьем, блин. Бля, поверни, сука. Спасибо. Right side. Clear, clear, clear. Саша, Саша, ты нетерпеливый. Не, я думал, ты на внешку едешь. Я, короче, колесом чуть-чуть твой бампер зацепил. Чуть-чуть, там, миллиметров просто остался. Эх, блин, такая борьба. Да, классно побрались. Ну ты, видимо, на спине, но там совсем убил резину в пару раз, потом мы сравнялись. Я первые 5 кругов ехал 2:06. Нужно срочно новые педали. Блять, я боюсь представить, как ты быстро поедешь, когда апгрейдишь курс педали. Сначала очень медленно поедет. Но, учитывая, как ты много времени тратишь на... А рейсинг где-то довольно быстро катишься. Ну то есть реально это неделя у тебя зайдет. Ты просто офигеешь от того, насколько у тебя больше информации на руле. Да. И к этому ты довольно быстро приходишь. Ну сейчас дай бомбу. Смотри, сейчас тревает. Через 4 секунды дай бомбу пойдет, да? Да, смотри, сейчас тревает будет, например. Но мне, к сожалению, не видно. Ну, по реплею посмотришь, короче. Да. Сейчас там, видимо, массовый краш будет со взрывами. Эпичненько. Блять, у меня же машина подскочила. Мне парень выпил. Йо-хо, блядь. Да, ты определенно должен. Check a flag, bud. Так, последний круг, последний поворот. И осталось... Good job, my man. Awesome job, Z-Belt. Осталось 0,6. Убился, да? 2 литра у меня осталось. 2 литра? Да. Погоди, то есть в этот раз я более экономично даже ехал? Класс. Да. У меня 3,2. Давай, короче, последний круг, последний круг. Ну, сейчас доеду. Что ж, почётом, ты чё мне сделал? А, я как снизу, так как я... Давай, тянься. Я тут полуарфан. Congrats all finishers, guys. It was a mess. Пожалуйста, выверни. Родная, все. Я понимаю, что резины не осталось. Надо, кстати, глянуть, что в резине осталось. И по давлению. Это чисто моя ошибка. Так назовем с тобой. Придёрнусь. Да? То есть я место оставлял, блин, да? Конечно, там вообще. Чё бы я скажу, сколько мне резины осталось. Так, ну в общем, левое колесо 90%. Левое заднее 90%, правое заднее 90%. Правое переднее 60%. Ебать. Надо будет вот это Денису показать. Блин, у Сэмлинг шикарен. На 12 часов будешь ко мне приехать, Саша? Ну, не знаю, если он будет ночной, может быть, я успею апгрейдить эту штуку, но это мало приятно. Ну, блин, если, так... Короче, так... Если он будет не ночной, то я обязательно скажу, поеду. Так, коинф у меня, к сожалению, нет. Можно, могу тебя на ДП-шку пригласить, потому что Илюха, возможно, как всегда, я не знаю, точно, как всегда, до последнего дня мозги не бьет, ДП-шка у тебя есть. Можем с тобой, Давидом, проехать на троих. 12 часов нормально. Well, we're coming in top side of the garage, you're about good here. Я больше никого не зол, кроме тебя и Илюхи. Ну, с Давидом изначально мы договаривались. Фу, да. О, да. О, да. Так. Что там смотреть? Твой последний поворот. Последний круг, да.
Пару. Тебе еще и Джейсон проехал, я смотрю. В итоге-то. Да пофигу. Так, посмотрим. Я весь гляну последний, как-то мне прессовал. Блин, сзади, конечно, Porsche классно. Полочка, прям что надо. Вот это очень классный монокубок такой. Давно не было. Таких зрелищных гонок. А, ну да, ты, короче, напоролся. И до прямой там ничего веселого не будет, да? Да, там ничего не будет. Ты чё, серьёзно? Ебать. Ты псих? Ёб твою мать. Так, дайте-ка мне какой-нибудь блимп. Какой-нибудь чоппер. Во. Да ты психованный. А, ну ты пропустил его обратно, я понял. Обоих, да. Хотел перекрестить. Ну-ка, Чейз. А, понятно. Но он не ждал, что ты после такого улета вернешься на Алекс, наверное, все-таки. С другой стороны, перекрытия там не было. Наверное, все-таки он балбес. Сейчас я посмотрю с кокпит. Но это маловажно. Ну-ка. А он да не вообще пофиг. Да вообще нет. Но он мог спрогнозировать твою траекторию, да. Так, ладно, это маловажно. Сейчас посмотрим старт. Самое интересное, кстати, сначала только посмотрю свой. Ну да, 7-4 у меня на втором круге было время. Ну нормально. Ну, я надеялся выходить из 7, честно говоря, так-то. Вроде даже Дима 7 ехал. Который... Ну, 7-9 он ехал максимум. Ну ладно. Так, старт. Просто старт вместо 1000 слов. Последний вариант. Во, я, короче, смотрю, это тройка. У него лучший круг на 10-ку быстрее, чем у меня. Но он на 11-м круге смог проехать 2.06.9. А я тогда 2.08.5 ехал. Вот как тут надо перелезть через зиму, короче. О, боже. А у тебя очень стабильно все будет. Так, смотри, с 6-го круга очень стабильно. Ты про мои круги, что ли? Да, про твои. Ну, я просто уже давно себе вбил в голову, что в гонке не надо трайхардить, надо ехать, как умеешь. А я пытался максимально стабильно просто ехать. Господи. Ёбаный врат. Ну да, мы в итоге с двух сторон объезжали оба раза. В шпильке тоже и здесь. Пиздец, а вот этот Ясин у него 2.05. Он под конец гонки тоже 2.05 сейчас. Психи. Не, ну я по-моему, мы очень часто влочимся на торможениях, я думаю. Очень, да. Просто... Я на каждом круге влочусь. Кстати, пока сервак не закрылся, посмотрим, что у меня. Левая 92.87.85, левая задняя 92.90.88. Правое и переднее, вот то, что у тебя, 76-81-93. А у тебя 60, кажется, да? 68. Ну вот, мне кажется, это спин тот самый добавил. Ну и блокировки постоянно я у тебя видел. Да. Ну вот, видимо, вот это оно и сыграло. Ну что-то горячее давление какое-то совсем маленькое. 167-166. Что-то это не... У меня 170 в круг. Вот здесь ты хорошо объехал, я думал, что типа ты в него врежешься, если поедешь по инсайду. Какой круг? Первый круг, шпилька. Так, сейчас посмотрим. Первый круг. Тут я прям, я забоялся лететь, а ты прям что-то полетел с Йоло Фейсом, видимо. Шпилька, да? Сейчас отметаю. Ну да, ты что-то его прям по-царски объехал, а я сыканул. Серого в шпильке. И в итоге вот тут я начинаю отставать. Так, Чейз. Сейчас посмотрим.
Да я как-то ничего такого не сделал просто. Да инстинкт, да? Ну да. Вот снипер у вас. А, ну у тебя в дыме, короче. Ты не видел там, я. Ну мне было стремновато, да, я поэтому еще не пристраховался. Не, ну с кокпита, конечно, видно было. Все добрально. На новой резине Porsche вообще просто очень классно чувствуется. Она изношена, его так надо ловить, что вообще столько надо усилий прилагать. О да. Сука. Выкладываю эту запись на YouTube. Да, я сделаю это обязательно. Это было эпично. И скидываю в эту беседу. Просто идеальная гонка. Ну да. А уж мне-то еще тебя погнал. Ух. Эх, это глупый спит, конечно, то, что у меня тоже. Без него я бы тебя вообще показал. А может и нет? Может, ты будешь сейчас? Ну, у меня с резиной проблемы были. Но они у тебя были в основном после спины. Я думаю, ты прилично подубил, когда разворачивался. А, точно, мы еще за спиной. Чуть забыл, да. Ну, у меня тоже был спиной. О, в 3 часа ночи Сузука начинается. Что, хочешь поехать прямо на этом сете? Не. А сколько время, кстати, сейчас? 2:30. Я понял. Хорошо. Так, сейчас я врублю, короче, чоппер. Какой-нибудь Т1. Ну, то есть еще раз. О, да. О, да. Просто о, да. Пацаны в этих дефолтных порошовских раскрасках. И все гибнут в них. Переворачиваются, летают. Ой, капец. Блин, не в ту сторону, вот в эту сторону. Покажу, какой я хочу скин Сереге отправить. Блин, я свой, к сожалению, тебе не буду показывать. Уже в готовом виде увидишь. Ну, то есть, такой сюрпризик. Или... Как лучше отправить, скайп или дискорд? Да без разницы, у меня и то открыто. Пускай кину, короче. Боже ты мой. О, господи. Великолепно. Просто. Отправил. Да-да-да, сейчас. И этого еще перевернут. А, хорошо. О, да. Репку я эту по-любому сохраню. Так, ну и да, на вот этой красивой ноте Фицпатрик, это тут я был, здесь вот я был. И вот на этой вот красивой ноте мы запись завершим. Да, до встречи на YouTube.